Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммада Джавада Зарифа. Стороны обсудили широкие экономические возможности в связи с новой ситуацией в регионе. В частности, говорили о сотрудничестве в сфере транспорта. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан приветствует желание иранских компаний участвовать в работах по восстановлению освобожденных от оккупации территории Азербайджана. Подробнее о встрече расскажем в следующих выпусках новостей.